Любовью называется, когда я знаю, что внутри человека я собираюсь наполнить его, как он того желает. Точка. Я сам являюсь собой только инструментом, чтобы служить ему, и все. Сам по себе я не существую. Не существую. Даже если он не будет знать обо мне, что я произвожу это через всевозможных посыльных, что я не получаю от этого никакого наслаждения, никакой награды, только чтобы ему было хорошо. Вот так. Мать, которая любит своего ребенка, и не может находиться рядом с ним. Она через всевозможные средства делает ему хорошо. Неважно, что он не знает о ней вообще. Ей главное, чтобы ему было хорошо, и все. Чтобы хорошо ему было, это цель. Чтобы в нем находилось наслаждение.